«Rhythmic Dance» в Болгарии. Танцевальный коллектив из Слободеи уехал на большой фестиваль. Он стартует завтра в городе Кранипа. Приветствуем вас из солнечной Болгарии! В Болгарии старшая группа «Rhythmic Dance» — это больше 60 танцоров. Сейчас репетируют. На фестиваль привезли 10 танцев народных и современных. Гастроли «Rhythmic Dance» ждал несколько лет. Все мешал ковид. 3 года мы ждали поездку за границу на международный фестиваль. И действительно очень соскучились. У нас 3 фестивальных дня. Наши 10 танцев распределены на эти дни. Конечно, мы все будем выступать, все вместе, все коллективы. Вместе с нашим «Rhythmic Dance» будут выступать танцоры из Грузии, Сербии, Болгарии и Македонии. На фестивале выберут, кто лучше. Это, конечно, новые знакомства, но мы знаем, что мы лучшие. Мы приехали за первыми местами, за победой. И мы тоже желаем «Rhythmic Dance» победы.